Доброе утро, братья и сестры. Мир вам и Божие благословения. Далее, по чину литургии святого Иоанна Златоуста, звучат такие слова священника. «И дашьте нам едиными усты и единым сердцем славите и воспевайте пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков». Хор отвечает «Аминь». Затем следует просительное икенье. А просительное икенье с припевом «Подай Господи», я уже говорил, повторяться мы сейчас не будем. А следующая молитва – это самая важная молитва для христианина. Молитва, которую дал и заповедал творить своим ученикам сам Господь наш Иисус Христос. «Отче наш, иже еси на небесех». Традиционно эта молитва поется всем присутствующим в храме народам. Ну, надеюсь, что все присутствующие знают слова этой молитвы. Хотя бывает так, что и еще и не знают. Только-только входящие в храм люди. При общенародном пении, конечно, трудно какую-то музыкальность уловить. Это, ну, общемассовое исполнение. Оно отличается от хорового, конечно, тем, что каждый поет так, как умеет. По уставу церкви эта молитва должна читаться, потому что перед произношением этой молитвы священник возглашает: «Исподоби нас, Владыка, с одерзновением неосужденно смети призывать и Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголати», то есть глаголать, говорить, не воспевать. Но по традиции церковной есть распевы и есть композиции на текст молитвы Господней «Отче наш». Я по памяти наиграю то, что написал Николай Андреевич Римский-Корсаков. Это очень несложное песнопение, но близко к обиходному. И звучит оно так. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дождь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. Веди нас во искушение, но избави нас от зла. За точность концовки я не ручаюсь, потому что, еще раз говорю, пел на память, а хором последний раз уже и не помню, когда это исполняли. Все больше поет народ. Но в наших записях и иногда в концертах звучат песнопения наших композиторов 20 века. Виктора Сергеевича Калинникова, «Отче наш» из литургии для мужского хора 1917-18 годов. Предлагаю вам сегодня его послушать. А на этом мы с вами прощаемся. До завтра. Всего доброго. Храни вас Господь. Thank you.
Братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции, то есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. Дворец культуры «Чайка», ближайшее метро, станция Семеновская. Песнопение в честь прошедших праздников Рождества Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня и русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Бородинскую битву. И 27 ноября – это театр «Золотое кольцо», там, где было выступление у нас в мае. Тоже в преддверии Рождественского поста песнопение из литургии святого Иоанна Златоуста, накануне память которого празднуется рождественские песнопения и русские народные песни, которые вы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу.